Всем привет, это канал Туманов Play, с вами Владимир, и мы играем в God of War. God of War. Третья часть, ребята, идем, продолжаем, мы в царство Аида попали. Вау! Туда не надо прыгать, ты чё? Надо двойным прыжком здесь прыгать просто. Раз, и все, и полетел. Давай, открывай сундук. Держать. Жизни-то восстановились, но у меня жизни почему-то наполовину. Ох, да куда ты опять улетел-то? Ну, блин. Надо аккуратно. Получается, в царстве Аида у меня жизни наполовину. Надо выбираться отсюда. Да почему он не прыгает? Я вроде два раза нажимаю. Ну-ка, два раза. Ладно, понял. Давай еще раз. Надо сразу нажать. Я просто поздно нажимал. Открывай! Раз, два! Попрыгали, попрыгали. Цербер. Я знал, что ты вернешься, спартанец. Соскучился. Войско Спарты. Вызов фаланги копий и щитов для защиты от противников. А как вызвать? А, подожди. Вот так вызвать. Поможет тебе, Кратос. Поможет, все нормально будет. Хоть их и много, мы их сейчас быстро раскидаем. Делов-то, ребята, чё тут? Маши и маши клинками, все. На! Все, открывай ворота, ты чё, я пришел к тебе уже. Я наслаждаюсь, слыша твою боль. Чё, фонарел что ли там, слыша мою боль? Перемещение по веревке. Используйте L, чтобы перемещаться быстро. Так. А, вот, еще ногами можно бить, смотри. Эть, оть, оть. Ну-ка, треугольничек. Вот так-то будет куда покучнее. Вы-то что, куда ползете? Еще и сзади, смотри, есть, да? На! Да отвали ты, а! С двух сторон. Прицепился. Ну-ка нафиг, иди. Что там, скоро мы долезем, что-то я уже устал ползти. Нечего туда ползти, я говорю, там делать нечего. Ты сзади чё ко мне пристроился, а? Да ты чё, а, парень? Все улетел вниз. Вон они падают, видно, там где-то вдалеке. Так, все, спрыгивай. Здесь что-то лежит, записка для нас. Нацарапанная истерзанной душой. Это гнетущая тьма, не место для хрупкого цветка. Сегодня я приму приглашение Аида отужинать с ним, но завтра, клянусь, я покину это ужасное место вместе с тобой. Ничто не разлучит меня с тобой, возлюбленная Персефона. Перифой. Так, в общем, какие-то любовные записки, все это, конечно, круто, но мне-то надо идти выбираться из этого царства. Нафиг я сюда попал? Это дело случая было, просто меня взяли и скинули. Все заберем. Вазы, кстати, тоже надо разбирать, разбивать точнее, и оттуда вываливается много опыта. А он нам пригодится. А, кстати, я опыт нарабатывал, но, по-моему... То было как типа предыстории, просто так. Потому что сейчас оно вроде сбросилось, вон опять 1500 опыта стало. В общем, наверное, да, потому что клинки вот эти я получил только сейчас, а ими я воевал уже в начале игры. Тоже, они же были уже огненные.
Братва, подходи. О, это что за гидра там? Обезглавленные горгоны. Оторвав горгоне голову, вы получите магические сферы. Так, стоп. Ты один остался, а такой подходишь, как будто бы у вас толпа целая. Никого не боишься, да? А? Ну-ка, дай-ка. Не, я не хотел супер использовать. Дальше куда? Пустите, ворота откройте. А, вот куда выход-то, с другой стороны. Открывай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай, заходи уже. Понаставят ворот самых здоровых, блин, фиг раздвинешь. Во, сундуки, это хорошо. Давай, жизни нам нужны, точно. Магия тоже. Как знали, как будто, да, что мне это обязательно сейчас пригодится. Там что такое? Как попасть туда? Так, R1. Путь закроют иссохшие колючки, сейчас вам здесь не пройти. Ладно. Потом придем, значит, сюда. Что за чувак там? Я уже довольно страдал, спартанец. Перифой, это вот который записку оставил. Меня на вечные муки. Всю эту мою тюрьму. Но теперь пришел ты. Ты можешь освободить меня. У меня остался лишь мой лук. Прошу, освободи меня. И он твой. Сейчас будем освобождать. Так, а что нам взять? Жизнь? А, ну пока ничего не надо. В принципе, у меня все целое. Так, а как тебя освободить-то? Ну-ка, давай разобьем. Так, ничего не бьется. Там кто? Ага, поднялась решетка. Там что-то надо сделать. Рычаг стоит. И сюда показывают. Не зря боги прокляли тебя. Ну давай попрыгаем туда, что ли, запрыгнем. А что-то он не цепляется. О, хвала богам. Погоди, ну вот эта вот штука опускается, если быстро пробежать. Давай быстрей. Можешь и зацепить. О, зацепился, все. Чуть не погиб. В этом горшке очень горючий сохший терн. А, ну его надо, наверное, там поджечь, и он тогда этот освободится. Так, а как это развернуть было? Во. А, пинок предмета, чтобы быстро пнуть, R1 удерживать и отпустить и X. Так, ну-ка. Вот так пинуть можно. Давай, ну здесь смысла нет пинать. Вот тут надо выставить и попробовать пнуть. Ну-ка, давай. Бам! Ну, не сильно далеко он откатывается, конечно, но... Пойдет, бери, хватай сюда. С другой стороны попробуем еще раз пнуть. Не пнул. А, вот, надо было просто... Так, держим. И отпускаем. Во, вот сейчас хорошо улетело. Ну да ладно, с этими пинками давай так дотащим уже. Ну, хватай быстрей. Что там, горит? Нет, не, он не загорелся. А, подожди, ну надо... А, надо поджечь ее, это просто дрова. Значит, не туда, надо где огонь, туда... О, вообще быстро толкает, смотри. А где огонь? Огонь наверху, вон там. Огонь наверху. А тут Цербер, смотри. А, вот он поджег. Все, подожди, давай назад. Сейчас я утолкаю туда обратно. Так, прыгните в шахту из кары, удерживайте, чтобы взлететь. А, стоп, подожди. Ну-ка вернем обратно. Подожди, что там нам пишут? Прыгните. Стой, 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 стой. Крест там, крылья, наверное. А, вот, на крыльях. Так, а почему закрыто здесь? А закрыто, потому что надо было нажать там. Слушай, надо быстро просто прибежать сюда. Сейчас. Сейчас все сделаем. Надо вот на эту платформу встать, вон наверху, которая.
Она, потому что нам открывает как раз. Вот. Стоп, не открылось что-то. Надо нормально наступить, я совсем мало наступил. Да? Подожди, нет, она поднимается и все, и обратно. Так, а что сделать-то? Что сделать-то? Надо на что-то на платформу, может, на эту поставить. А что туда поставить? Или подожди, или пока вот так вот надавил, они вот... Во, ворота больше открылись. Теперь надо бежать. А, вот они не закрываются сейчас. Беги быстрее, блин. Как бежать быстрее? Ну, давай, 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 взлетай. Рычаг. Все, сейчас собака, наверное, вылезет. Что ты делаешь? Во! Цербер. Так, что надо? А, осторожно. Уклониться. Подожди, у меня вот есть такой удар. А, подожди. Вот, кстати, я и хотел сюда зайти в настройки. Так. Субтитры я хотел включить, вот. Эй, собака! Нет, я не хочу такой смерти! А, мы оседлали Цербера, теперь можно идти спокойно. Ну, ребята, подходите, чё, кто там хотел поговорить? Сразу много их сколько вылезло. Вот это я понимаю, заварушка пошла. Давай, сейчас я тебя спасу. Ой, спас как-то странно. Надо было деревяшки всего лишь подпалить. Да уж, спас человека называется. Эй, подожди, ты чё? Не та клавиша была. Стоп, 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 меня не надо скидывать. Иди сюда. Так, дальше куда идти-то? А, стоп, а у него что-то... У него что-то есть там. Подожди, да подожди ты, не бей меня. Вот здесь что-то есть, надо взять. Чё здесь? Стоп. Что-то горит у него там. Он на кресле сидит, у него там что-то светится. Ну-ка, 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 подожди. Ой, все. Все, расправились с Цербером. Как взять? А, это лук Аполлона написано. Огненный лук некогда принадлежал Аполлону. Ничего себе. Так, L2 сказали. L2. А, вот L2 лук. Да отвалите, а. Куда стрелять-то надо? Сейчас лучниц вон тех будем стрелять. Эй, вы че? Как стрелять? А, квадрат. Не, ну так-то нормально стреляет, только как прицелиться? А, тут сам прицеливается. Все понятно. Сейчас, подожди, восстановится. А вот и проход сейчас, похоже, откроется, да? Или что надо сделать? Как открыть проход? Но перед этим надо взять сундук. Так, давай, мне надо жизни, чтобы жизни были. Зеленый возьмем. Магию потом восполним. Бежим сюда. Колючки удерживая L2, удерживает я и отпусти. А, вот, лук сильнее становится, когда удерживаешь квадрат. Все, вот подпалили все, что можно было здесь. На этом, ребята, закончим сегодняшнюю серию. Увидимся в следующий раз. Всем спасибо, поставьте лайк видосику. И всем удачи, всем пока. Да, и не забудьте подписаться, кто не подписан. Всем пока.